хорошо. В этом году это открытие морской рыбалки. Ты видишь, какой номер впереди? 99-99. Да. Это что значит? Это удача. На фар. Было бы лучше 77-77, но... Ну да. Номера не выбирали. Да. Будем пробовать. Клёв должен быть. Сегодня вырвались на рыбалку. Так, уже затянули время. Скоро мурманские уже купаются, а мы еще на рыбалке ехали. Ну да, еще не видели камбалы, даже моря не видели. Решили поехать. Да, потому что, видно, мотыль Марату там яйца накрутил. Они не выкидывают сейчас ни видео, ничего, бля. А там серут, наверное, уже этими колючками. Шипами. Да, шипами, блядь. От камбалы. От камбалы. И молчат, никто ничего снова не говорит. Все. Так что Виталий сделает кино, когда мы им тоже. Если вы уже смотрите это видео, то у нас все хорошо. Мы были на рыбалке. Ну а дальше будете смотреть и увидите результат. Я буду бегать в обратную, то вправо, то влево. Будем пробовать, да? Ну да. Я уже одно забросил. Давай иди. Что ты говоришь? Красиво, сам бы не сейчас пойдет. Вечерочку уже. Да. Давление, да, Виталий? Да, давай накачиваем. Сколько надо накачивать? Накачаем шестерку. Шестерку. Чтоб наверняка, да? У тебя там все готово? Не-не, я сейчас открою эту самую. Сижу. Сколько уже? Уже шестое пошло. Готов? Готов. Огонь! Нептун! Да не то, что Нептун! Ну что там, запуск удался, да? Да, да. Все отлично. Считай, залетело за косу? Нет. Чуть-чуть ближе, да? Сами там 150. А, ну да. Ну попробуем потом еще раз. Ну. Все? Да, пока все, идем. Идем кушать. Шо? Ты говоришь, Санечка? Да, Санечка, привет. Мы на рыбалке с Виталиком. Спасибо за костюм. Oh,
тобой, но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Остаться в этой траве, остаться в этой траве, пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Месяце, что, знаешь, люди... Но кто в нем живой, остолбенелый, и голос милый всех времен. Ну что же мы наделали? Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь, заледенел. Ну как, скажи нам, дальше быть? Ну что же мы наделали? Все ведаю, не прикослой, вновь зрячий, уж не любовники, где отступает со любовь, там подступает время сводница, само что дерево трясти, срок яблока спадает спелое, за все меня прости, ну что же мы наделали? Что ни в сказке, ни на врай не описать. Меня папа часто брал с собой. Ты слышишь, как гитара звучит? И давай меня в реке купать. Сама гитара поет. Я ж тогда дурак кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел. Как папины подружки, папины подружки, голенькие плавали в реке. Папины подружки, папины подружки, голенькие плавали в реке. Но когда подрос я на год или на два, от старшего брата я узнал. Папины подружки.
подружки, папины подружки, больше не игрались со мной. Папины подружки, папины подружки, больше не игрались со мной. Летний день, жаркий он, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в звездной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война тела молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через 2 на ней цветы и трава, через 3 она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Тяни. О,
И далее вторую тянет. Есть. Но это покрупнее будет. Но счет есть. Ностальгия. Ностальгия. Хорошо сидим, да? Надя? Да. Клево еще. Идем, клево. Вкусно я еще. Я себе, как мой билет, на спальности зеленой. Виталий, ну как, рыбалка? Рыбалка супер. Все у нас хватает, да? Да. Музон суперовский. И кофе сварил. Пока еще спят.